Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео я посвящаю, как заменить динамик на автомобиле. И этот динамик, он у нас идет сзади. Итак, что нам нужно? Нам нужно шестигранник выбрать подходящий. И этим шестигранничком открутить вот этот пластмассовый фартук. Так, здесь у нас раз, два. Так, раз, два идет. Так, и все вроде бы, да? По-моему, здесь я больше не вижу. Да, тут идет защелки с той стороны. И пробуем его снимать. Вот тут у нас идет на защелочках. Видите, тут такие идут, как сказать, защелки. И на этих защелках мы его снимаем. И потом одеваем. Вот. Здесь важный момент, вот отсоединить ремень безопасности. И раз, два, три защелки. И с этой стороны у нас получается идут защелочки. Вот видите, тут ремень сняли и аккуратненько с этой стороны. Ну, а дальше уже тут не нужно особых, так сказать, премудростей. Вот у нас сверху идет колонка. Мы снимаем колонку. Вот из-за этого, видите, тут видно следы ржавчины. Подрываем ее вот так вот. И смотрим, видите, смотрим состояние колонки. Скорее всего, она у нас не в рабочем состоянии. Проверяем сейчас эту колоночку, как она работает. Видите? Все, вот эта колонка у нас не работает. Видите? Нерабочая колоночка. Так, сейчас мы отключим ее. Вот. Вот у нас динамик, который поломанный. Мы его берем, ставим новый и запускаем колоночку. Итак, друзья, вот такое короткое видео, как поменять колонки на Renault Kangoo 3 и сделать так-то, чтобы они все работали. Кому понравилось, ставьте лайки. Кто не подписался, подписываемся на канал. И до скорых встреч.